Упражнение для диафрагмы. Упражнение номер один. Вдох и выпячивание живота. Затем выдох и втягивание живота. Так замираем на несколько секунд и, возможно, проведение поглаживания живота по часовой стрелке. Так делать несколько раз. Упражнение номер два. Кладем руки на ребра, как бы обхватывая их. Делаем выдох и выпячивание живота. Затем делаем вдох и подтягиваем живота, при этом руками надавливаем на грудную клетку. И так замираем на несколько секунд. И при этом можно смещать ноги то влево, то вправо. И так несколько подходов. Будьте здоровы!